Вот-вот ей исполнится 45. Она заслуженная артистка России и любящая мать, у которой подрастает единственная дочь. Однако выкидыш и любовь мужа к алкоголю разрушили брак нашей героини с актером Дмитрием Орловым. И больше она так и не вышла замуж, хотя крутила многочисленные романы с партнерами и коллегами, которые были значительно моложе. Как сложилась личная жизнь Ирины Пеговой после развода? Ей было 25, а ему уже 33 года, когда они познакомились на кинофестивале. Дмитрий Орлов сразу очаровал маму Ирины, а по возвращении в Москву просто принес свою сумку с вещами к Пеговой домой. Так они начали жить вместе, а вскоре на свет появилась их единственная дочь Татьяна. Только вот взаимные претензии росли, как снежный ком. Сейчас Дмитрий признается, что злоупотреблял. Он мог выпить 1-2 литра горячительных напитков и на следующий день пойти на работу, как ни в чем не бывало. К тому же супруги потеряли неродившегося ребенка. У Ирины случился выкидыш на раннем сроке беременности, и она очень сильно переживала по этому поводу. Маленькой Танечке было только 4 года, когда ее родители развелись. Папа женился еще раз и снова развелся. А мама так больше и не стала сковывать себя узами брака после неудачного замужества. Ирина Пегова встречалась с коллегой Сергеем Кемпо, который на 7 лет ее моложе, но до свадьбы дело не дошло. Еще поклонники приписывали нашей героине бурный роман с партнером по шоу «Танцы со звездами» Евгением Раевым. Ведь под руку с ним Пегова посещала светские мероприятия. Хореограф оказался на 15 лет младше, что сильно смущало Ирину. Сейчас дочери Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова уже 17, но ее родители не остались друзьями. Мама и папа обсуждают вместе только вопросы, связанные с единственной наследницей. Больше им поговорить не о чем. Как жаль, что спустя десятилетия некогда близкие друг другу люди становятся чужими. А как вы думаете, красавица Танечка станет такой же знаменитой и востребованной актрисой, как и ее родители?